В Главном управлении образования Красноярска просят поторопиться родителей, которые рассчитывают на место в логопедическом саду. Комплектование начнется в мае, однако уже можно собирать документы и проходить психолого-медико-педагогическую комиссию. Сейчас в красноярских садах работают 170 спецгрупп. Их посещают свыше 3000 ребятишек. Как отмечают педагоги, период формирования речи у детей несколько сдвинулся. Если раньше многие малыши хорошо говорили уже в 2 года, то теперь связанная речь, как правило, появляется ближе к 3. А вот ее отсутствие после этого возраста уже повод волноваться. Во-первых, в этом возрасте ребенок уже должен уметь говорить простыми предложениями, то есть выражать свои мысли. И в этом смысле, возможно, когда он не выговаривает какую-то букву, это еще не повод для, значит, такого мгновенного реагирования. Но то, что сама уже речь в 3 года должна быть связанной, могут отследить родители. И воспитатели тоже дают советы, когда занимаются с ребятишками в течение дня.